Bhagishajasvadane Lakshmir jasacha vakshasi Jasyastide sambihi Vam nishinga maham bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Kirtana Gana Natana Kala Patho Jani Bhajita Shadbhakta Bali Hansa Chakra Madhupo Seni Viharaspadam Karnanandikaradhanirvahatume Jivhamaru Prangane Sri Chaitanya Dayanidheta Balasad Lila Sudha Swardhuni Gauriya Goshtipati Sri Sila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что тот момент, с которого майявади начали входить в наше Гауди Вайшнавское общество, то это общество нас осквернилось с того момента, когда все майявади постепенно стали входить в наше Гауди Вайшнавское общество в различных формах. То есть ситуация стала очень скверна. Гауди Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, до тех пор, пока майявада есть в нашем обществе, и вот пока есть эта майявади в нашем обществе, вопрос чистого бхакти не может быть. Пока есть майявада внутри нас, то чистой бхакти, шуда бхакти, нельзя ожидать, что она придет в нашу жизнь. Шрила Прабхупад говорит, я могу принести в жертву сотни тысяч людей. И вот Шрила Прабхупад говорит, что может пожертвовать сотнями тысяч людей. Я могу забрать их вещи, которыми они наслаждаются. Я могу забрать их у тысяч людей для подлинной проповеди Шри Чайтанья Вани. Для подлинной проповеди Шри Чайтанья Вани я готов сделать все, поскольку Харикатха Киртан. Я имею в виду Парамвиджайте Шри Кришна Санкиртанам. Это наивысший девиз нашего Гауди Матха. И вот это шлока Парамвиджайте Шри Кришна Санкиртанам, это девиз Гауди Матха. Все преданные Шри Чайтанья Махапрабху, все его спутники, время от времени они приходят в этот мир, в этот материальный мир, чтобы спасти нас от материальной обусловленности. И вот время от времени те преданные, я имею в виду вечные спутники Шримана Махапрабху, приходят, чтобы спасти нас от обусловленности и даровать бхакти лотосным стопам Гауранги. Вы можете организовать так много удобств для материальных людей, но чтобы спасти обусловленную душу от майи,
И вот чтобы спасти обусловленную душу из майи и организовать чистую преданность для него, для этой души, чтобы она смогла продвигаться по этому пути, и вот освободить обусловленную душу из майи и сделать так, помочь ей, чтобы она следовала пути Шримана Махапрабху, то какое-то великое служение, великая милость, каруна. Обычные люди не могут понять этого, какая великая милость в этом Параупакара. И вот такое, такая милость другим, она наивысшая. Все спутники Гуранги Махапрабху приходят время от времени. Может, Наротам Такур пришел позже. Шринивас Ачарья и прочее не может позже прийти, или Мадхавендра Пурипат он раньше. Но будьте уверены, они все вечные спутники Гуранги Махапрабху. Они пришли в этот материальный мир, чтобы спасти нас от нашей материальной обусловленности, и это причина, по которой они пришли, чтобы спасти нас. Сегодня день явления Парамхамса Ачарьи Вари Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, моего Гуру Пад Падмы. Сегодня его день явления Авирбав Титхи. Он вечный спутник Гуранги Махапрабху и вечный спутник Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Такура. И вот сегодня у нас есть возможность предложить Пушпанджали лотосным стопам моего Гуру Пад Падмы. Сегодня есть возможность принести Пушпанджали лотосным стопам моего Гуру Пад Падмы. И вот Шрила Прабхупад говорит, Пушпанджали, они происходят в сердце чистых преданных, в сердце чистого подлинного преданного, подлинного ученика. Все 24 часа в сутки Пушпанджали и арати в адрес Гурдева происходит всегда. А в тот момент, когда мы прекращаем это делать в любой форме, кто-то думает, что арати – это обычная арати, но в Бхагаватам говорится, те, кто, как эти олени, когда они видят Кришну, то они совершают арати своими глазами, видя Кришну, они совершают арати таким образом. А Пушпанджали, что такое Пушпанджали? Кто-то думает, что нужно пойти купить цветов и предложить самадхи или еще куда-то. Но что такое подлинное значение Пушпанджали? Пушпа значит цветок. Другое название цветка – суман. Suman actually means su plus man, man and mind. So actually, su значит su plus man значит suman. То есть Пушпанджали значит предложить наш чистый ум лотосным стопам Гуру Пад Падмы. И какой ум? Наш чистый ум, который с помощью которого мы можем совершать гуру-севу непрерывно. Гуру-сева — это не шутки. Шрила Прабхупад говорит, мы совершаем много служения. Мы пытаемся совершать разные виды служения внешне, но внутри какие-то корыстные интересы бывают. И поэтому эта сева, она не может даровать совершенного результата нам. Любую севу, которую мы совершаем, мы можем делать много служения, но внутри этого служения какие-то корыстные интересы есть иногда. И поэтому, если они есть, то мы не получаем совершенного результата. Иначе гуру сева – это наивысший вид баджана. Если мы сможем совершать гуру севу совершенным образом, только с помощью гуру севы мы обретем всю бхакти, преданность и все остальное. Но гуру севу мы не можем начать, поскольку
мы не утвердились в Гуру-таттве. Если мы не утвердились в Гуру-таттве, то та таттва, Гуру-таттва, она такая таттва, мы не можем видеть Гуру-таттву, чувствовать ее не можем, а если мы не можем что-то чувствовать и видеть, то как мы можем поклоняться этому? То, что мы не можем видеть должным образом, или то, о чем мы не можем думать, то как поклоняться этому нашими материальными органами чувств и какими-то материальными усилиями. И поэтому вы должны предложить ваш чистый ум лотосным стопам Гуру Падмы. Чистый ум значит тот предавшийся ум. Если у нас есть самопредание, то в этом случае наш ум, он становится свободен, и Гурупад Падма может занять нас в Гуру Севе, иначе нет. Гурупад Падма может показать, он имеет два права, Ниграха и Ануграха, два этих качества Гурудев может совершить Ниграху, наказать нас, и может даровать нам милость Ануграха. Он может эти два действия совершить. Все возможно. Гуру Пад Падма говорил, то, что он наивысшее, в итоге тот, кому мы служим, должен быть доволен нашим служением. Если мы служим Вайшнаву, Гуру или Бхагавану, то объект нашего служения, он должен быть доволен нами. И это должна быть наша наивысшая цель. И если мы не сможем удовлетворить тех, кому мы служим, Гуру, Вайшнаву или Бхагавану, и вот если нету такого настроения, чтобы Гурудев был или Вайшнавы были довольны, сева значит, вы должны сделать так, чтобы Гуру Вайшнава и Бхагаван были полностью довольны вами. Если нет у вас такого настроения, то в этом случае вы не сможете совершить совершенное служение. Вы можете находиться на каком-то одном уровне, а Гуру Вайшнавы гораздо выше, на трансцендентном уровне. А Пракрита Вастукоп, вот Махарадж сказал эту шлоку, то, что те вещи, которые находятся в трансцендентном мире, постичь их материальным вещам, материальным умом нельзя. И чтобы служить трансцендентному, нужно возвыситься на его уровень. И вот Гурудев, он, по его милости, мы можем изучить, как служить должным образом. И те, кто полностью предаются во время дикши, в этом нет вопроса, но и тогда очень быстро они получают милость Гуру Падмы. И в этом случае они могут осознать, как совершать служение. И севак Гуру Падмы, подлинный слуга Гурудева, он, несомненно, очень уважаем нами, мы должны уважать, поклоняться таким подлинным гуру-севакам. А как кто, и когда станет подлинным гуру-севакам, тогда, когда ваше сердце будет в полной гармонии с Гурудевом. Я пример могу привести. Из Рамануджачарьи, Гоштхапурна, он был гуру. Однажды Рамануджачарьи был в доме. И вот он был в доме своего Гурудева по какой-то причине. И его севак Говинды его звали. И вот Говинда занимался Гуру-севой. Рамануджачарьи служил. И вот каждый день Говинда, он укладывал постель для Гурудева, очень мягкую, и после этого
Говинда, ученик Рамануджачари, Гоштапурна ученик. Он проверял, насколько это постель мягка. Он ложился на нее, проверял, все ли правильно там постелил. Рамануджачари видел это его друг был, этот Говинда, который служил Гоштапурне, и тот сказал Гоштапурне, что Махарадж каждый день вот ваш севак спит на вашей, лежит на вашей кровати, что действительно так, и вот. И вот Гурудев позвал Говинду, спросили, что случилось, и вот он сказал, я слышал, что ты на моей кровати лежишь каждый день, да, почему? Ты в ад попадешь на долгое время за это, почему же там спишь? О, Махарадж, если я попаду в ад на долгое время, в этом не проблема. Но я хочу проверить эту постель, чтобы... Если там какие-то проблемы будут, то вы не сможете спать как следует. Поэтому я ложусь, чтобы проверить ее, что она действительно достойна вас. И вот Рамануджачари был очень счастлив, слыша этот ответ. И так случилось с Говиндой, с другим уже. Он был севаком Шримана Махапрабху. И вот Говинда, он ученик Ишварпурипада. Когда Говинда пришел в Гамбхиру первый раз служить Гауранге Махапрабху, он пришел, поклонился ему и начал говорить Махапрабху, о Махапрабху. Гурупад Падма Госай, когда ушел из этого материального мира, дал такое наставление, что я должен отправиться к Шри Чайтанье, Шри Кришна Чайтанье и служить ему. И поэтому я пришел к вам. Сарвабхаума Бхаттачарья был там в то время. И в этом случае Махапрабху спросил у Сарвабхаума, подумайте, посчитайте, как это возможно. Он служил Гурудеву, он слуга Гурудева, как я могу принимать служение от него, это возможно ли для меня? И вот он спросил у Сарвабхаума Бхаттачарья, что... Но его Гурудев дал наставление, чтобы он служил мне, и вот я запутался, что же делать. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, о Прабху, Гуру Агья, указание Гурудева превыше всего. И ты должен принимать служение от него. И таким образом Махапрабху, он принял служение от Говинды. Говинда в Гамбхира Лиле, я буду обсуждать эту лилу во время Гора Прадимы, и там вы видите, что Говинда — это вторая Шачима. Насколько он заботился о Гуранге Махапрабху все время, и его имя вторая Шачима. Однажды Гуранга Махапрабху принимал прасад, и после принятия прасада днем он решил отдохнуть на 5 минут, полежать. И вот по юрведе после того, как вы поели, хорошо бы полежать минут 5-10. И вот Махапрабху пошел в Гамбхиру. А тут Махапрабху пришел, лег отдохнуть. И после этого Говинда, он вымыл то место, где Махапрабху ел, и пришел, чтобы массировать стопы Махапрабху. И вот он, Говинда пришел и не мог зайти, и попросил Махапрабху, о Прабху, пожалуйста, вы отодвиньтесь, чтобы я пройти мог. Он снова и снова говорил, чтобы Махапрабху отодвинулся, но тот ничего не отвечал. Потом ответил, не могу подвинуться,
поскольку устал очень, не могу тело пошевелить. Тот сказал: массаж хочу вам сделать, но будешь делать или не будешь, от тебя зависит, но подвинуться не могу, устал очень. И Говинда что сделал? Он накрыл ноги Махапрабху своим чадаром, переступил его и начал массировать ему стопы. И вот долгое время прошло достаточно. Махапрабху спрашивает: о, ты массируешь мне стопы, до сих пор ты еще не ел? А тут как я могу пройти, ты ж, вы же спите здесь, а как ты зашел? Вот такие их выходи. И вот Говинда ответил: я сюда пришел, чтобы служить вам, и поэтому пришлось переступить через вас. И поэтому, если из-за служения я попаду в рай или в ад, это не столь важно. И поэтому я вот пришлось перешагнуть через вас. Махапрабху хотел проверить и показать нам настроение севака. И тогда Махапрабху отодвинулся, послал его, чтобы он принял прасад, и таково правило. Мы видели в жизни нашей Гурварги. И вот сегодня я буду говорить что-то о этом Махапуруше, великой личности. Мне нет права говорить, что он мой Гурупад Падма. Я не должен говорить так. Но что я посвятил ему, чем пожертвовал ради Гуру Севы, как же я могу говорить, что он мой Гурупад Падма? И вот Махараш на хинди утром говорил то, что Чандравали всегда говорит, что я Кришна. Это ее настроение. Но Радхарани настроение другое. Она говорит, что Кришна мой. Другое совершенно настроение. И вот когда ученик, он получает милость через служение, без служения нельзя привести ни единого примера, что кто-то достиг успеха. Без служения вы можете изучить жизнеописание всех чистых гуру вайшнавов, можно видеть, что все они совершали великолепное служение, поэтому они стали гуру сейчас. Они совершали служение все время. И я уже сказал, что не служа чистым гуру вайшнавам, никто не может обрести бхакти, преданность. Вы можете мало получить от Гурудева, просто мантру повторять, но бхакти не получите без служения. Я снова и снова говорил, что в тот день, когда вы предадитесь лотосным стопам чистого вайшнава, и вот в тот день, когда вы полностью предадитесь лотосным стопам чистой гуру вайшнавов, то вы достигнете успеха. И нет сомнений в этом. А пока вы не будете служить всем сердцем гуру вайшнава, вы не сможете достичь успеха. Гуру и вайшнавы, они раздают милость Сварупа Шакти Бхакти. Это Сварупа Шакти Бхагавана. И Бхагаван раздает свою милость через преданных, а не прямо. Шрила Прабхупад говорил, что никто прямо не может обрести бхакти. Такова процедура, что вы должны зависеть от гуру вайшнава, служить им должным образом, и тогда вы обретете бхакти. А прямо нельзя получить бхакти. Но наша ситуация очень критична. Мы можем показать нашу преданность до какого-то уровня, если мы видим, что наши персональные интересы, какая-то корысть не ущемляется, тогда мы можем что-то делать. А если это корысть наша как-то
нарушается, как-то ущемляется, то тогда люди уже не могут никакой гуру-сева совершать. Гуру-сева — это не шутки. Можно вспомнить случай Бхагавана Шри Кришны и Судамы. И вот он говорит перед Судама Випрой вот такую шлоку. По полной милости Гурудева, благодаря полной милости Гурудева, вы можете достичь полного умиротворения, тогда, когда вы получите полную милость Гурупад Падмы. Тысячи учеников могут быть вот у Гурудева может быть тысячи учеников, но кто знает, кто обрел совершенную милость, как это понять? Бхаратрадж, ученик Рамануджа Ачарьи, он домохозяином был. Да, Данурдас, он тоже обрел милость. В храме могут быть саньяси, брамачари и домохозяева тоже могут быть, и женщины могут быть. Кто может сказать, кто получил полную милость? Каков признак? Каков признак того, что кто-то обрел полную милость? В этом главный вопрос. Если Гурупад Падма проливает на кого-то свою полную милость, то будьте уверены, что все сердце Гурупад Падмы отразится внутри этого человека. И этот человек осознает, он почувствует. И вся сиддханта, весь идеализм, весь характер, весь этикет, все явится в сердце такого человека, который получил милость Гурудева. Я приведу один пример, который более чем достаточно. Однажды Махапрабху пришел в Баджанкуте Харидас Такура, и Махапрабху, он очень высок был. И вот он пришел, посмотрел. И вот он посмотрел на крышу, там пальмовый лист лежал. Он взял его и посмотрел, там прекрасный стих был. И Махапрабху понял, что это написал Рупа Госвами Пад. Он был там с Харидас Такуром, пришел из Вриндавана. Однажды Санатан пришел, а потом Рупа. Они не одновременно пришли, а в разное время. И вот Рупа Госвами Пад, приходя из Вриндавана, он вдохновился написать эти две книги. Сначала он хотел составить одну книгу, может, из двух частей, но когда в Сатья-Бхамапуре, деревня такая была, Сатья-Бхамапур, и там ночью Сатья-Бхама-деви явилась к нему во сне и дала наставление Рупе Госвами Паду, что ты должен составить отдельную книгу для меня. И вот она сказала, чтобы он две книги составил, и поэтому Рупа Госвами отдельно написал вот эти две книги. И когда Рупа Госвами Пад был там, в Нилачал-кшетре, и по милости Махапрабху так много написал всего, поскольку вдохновение, оно исходило из Махапрабху. Он дал наставление Рупе и Санатане. И тогда Махапрабху сказал, и вот Санатан Госвами и Рупа Госвами, они пришли, и Махапрабху, он одобрил их. Вот такая прекрасная поэзия. Оно подобно золотому украшению. И после этого Рай Рамананда был там.
И Рай Рамананда прочел то, что было написано на этом пальмовом листе, и после этого он был очень впечатлен. И другое время и вот потом Рай Махасой перед Радха-ятрой Махапрабху, он пел такой киртан. И вот когда Махапрабху услышал это, Махапрабху сказал, как это возможно для Рупы описать чувство моего сердца, то, о чем я пел во время Радха-ятры перед Джагнатхом, как это возможно для Рупы написать это, описать это все в стихах, как он осознал мое сердце. И Сваруп Гасай сказал, и поэтому мы осознали, что он получил твою полную милость. Твое сердце, оно отразилось в сердце Рупы. И поэтому мы уверены, что он получил твою полную милость. И также, когда ученик получает полную милость Гурупад Падмы, люди могут спорить, конечно, что я там великий севак, служил какое-то время Гурудеву. Люди могут спорить, и обычные люди тоже кого-то поддерживают, что вот мы видели, он там долго служил. Но смотрите, какое служение совершил Прабхупад Горкишотас Бабаджи Махараджа. Кто-то спрашивает, говорит, что Горкишотас Бабаджи Махарадж далеко жил, ему никто не служил. А Шрила Прабхупад, он открыто провозгласил, что я никогда не приму никакое служение ни от кого, но они все-таки пытаются служить ему. И смотрите, Шрила Прабхупад говорит, что я служу им. Иногда можно видеть, что какие-то вайшнавы, гуру вайшнавы, они принимают служение от кого-то. Но аналитически, если подумать, то можно увидеть, что гуру вайшнавы не служат им, чтобы спасти их. Всегда смотрят на них очень аккуратно. И вот Шрила Прабхупад говорит, во время Вьяса-пуджа, значит, явление Гурудева, и Шрила Прабхупад говорил, сегодня вся моя Гурварга присутствует здесь. И вот они даруют мне возможность служить Гуранге, они помогают мне, они моим друзьям, они защищают меня всегда. Шрила Прабхупад говорит, что я обусловленная душа. И они помогают мне, защищают меня от любых проблем. Чистый гуру вайшнавы думает, что если вайшнавы, они вокруг меня, они защитят меня. Гуру или вайшнава, они всегда... следует своему идеализму, то, что делает гуру вайшнава, они все для того, чтобы дать нам пример. И поэтому они поддерживают свой идеализм таким образом, чтобы не совершать никаких ошибок, чтобы никто не мог их превратно понять. Они всегда очень осторожны все время. И все учение Гуранги Махапрабху внутри меня или нет, кто дал мне
силу говорить о Гауранге Махапрабху? Кто дал мне эту силу? Если я не буду следовать Гауранге Махапрабху полностью, то мне нет права говорить о Гауранге. Если я не следую моему гуру Падпадме, вы можете посмотреть на историю моего Гурудева. Если вы увидите, что я следую, то это хорошо, но я думаю, что я не следую совершенно. Если я бы следовал моему Гурудеву, то тогда все сиддханта, весь его этикет, весь характер, все настроение Гурудева, оно несомненно проявилось бы в моем сердце, чтобы спасти меня. И поэтому на каждом дне явления Гурудева Шрила Прабхупад говорит: сегодня вся Гурварга пришла ко мне, они даруют мне возможность поклоняться им. Гуру Падпадма также говорил, в возрасте 96 лет Гуру Падпадма он явил лилу болезни. И доктора сказали, чтобы не спускаться вниз, чтобы присутствовать на собрании. Вся Гурварга, Шрила Шанта Госвами Махарадж и другие великие саньяси, они пришли говорить Харикатху, и они предлагали Пушпанджали Гурудеву. Гурудев плакал и говорил: сегодня я получил возможность поклоняться вам всем, но я болен, я не могу. Не мог спуститься к вам, у меня была возможность, но из-за моего плохого здоровья я не мог спуститься вниз, и, пожалуйста, простите меня. И вот они, он плакал и говорил так, настолько он был смирен, чистый Гуру Вайшнава, они не принимают никакого почтения, никаких поклонов, я видел в жизни Гуру Падпадмы. Даже если к нему на даршан приходил пятилетний мальчик, и вот даже если он один приходил поклониться Шри Пури Госвами Махараджу, то Гурудев видел его издалека и сам первый кланялся, или кто-то. Если приходил, то Гурудев все равно сначала он кланялся ему. Он первый кланялся, перед тем, как посетители ему кланялись, он кланялся им сначала. Всю свою жизнь он делал так. С самого начала, когда Гуру Падпадма пришел сюда, мы должны следовать ему. Он был с внешне с бедной семьи, вайшнава, не бедный, но явил такую лилу рождения в бедной семье. И вот он получил работу в порту, государственном порту. И вот ему было около 20 лет, и он приходил слушать Харикатху Шрилы Прабхупады на улице Ультаданги в первом доме. И вот каждый день он после работы приходил домой, переодевался и спешил слушать Харикатху Шрилы Прабхупады. И он не хотел упустить ни единого слова, которое произнес Шрила Прабхупад. Мы должны осознать, что Харикатха Киртана чистый Гуру Вайшнавов — это трансцендентный звук. И сейчас главная проблема, что люди не понимают этого. И что сейчас недостаток Харикатхи. Шрила Прабхупад говорил в то время, это уже лет 70, а то 80 прошло. И вот Шрила Прабхупад говорил в то время, что главная проблема в недостатке Харикатхи, в недостатке трансцендентного звука. То есть Харикатха — это не все. И сегодня я говорил об этом, но подробно не смог рассказать, что мы должны совершать совершенную сатсангу, подлинную сатсангу.
Шрила Прабхупад говорит, 24 часа в сутки круглосуточная сатсанга может защитить нас, если у нас есть промежуток, то через этот промежуток майя придет и убьет нас. Шрила Прабхупад говорит, что мы должны удостовериться, что все 24 часа в сутки мы совершаем сатсангу, если есть какой-то промежуток, то в него может войти майя. Гуру Вайшнава, они очень могущественны, они вечные спутники Шрилы Прабхупады. И когда Гурудев говорил о Шриле Прабхупаде, Гурудев, он плакал, он не мог сдержать слез. Так много вещей мы узнали от Гуру Падпадмы о Шриле Прабхупаде. Гурудев говорит, что я не могу сказать, кто такой Прабхупад. Это невозможно объяснить. Но Гуру Падпадма говорит, что вы все не мои ученики. Я предложил всех вас лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад ваш гуру, я не ваш гуру. Много раз он говорил так. Шрила Прабхупад ваш гуру, я предложил вас всех лотосным стопам Шрилы Прабхупады. И действительно так, обязанность чистой гуру вайшнавов предлагать новых дживатам лотосным стопам Бхагавана в форме цветов. Все дживатмы души, они подобны цветам. И Гуру Падпадма, он предлагает их лотосным стопам Бхагавана. Принятие учеников не значит принимать служение от учеников. Подлинный садгуру, мы узнали это от Гурудева, подлинный садгуру, у него есть всегда такое настроение. Он никогда не думает, что он принимает каких-то учеников. Любой Гурудев, который думает, что он принимает учеников, это явно не садгуру. Садгуру никогда не принимает учеников. Он и не делает учеников, он делает гуру. Если вы И вот настроение Шрилы Прабхупады было в том, что Парамахамса Гурудев никогда не делает учеников, он делает гуру. И это главный признак подлинного гуру. Поскольку садгуру, Парамахамса Гуру, они принимают всех дживатмы, пытаются сделать их совершенными и предложить лотосным стопам Бхагавана. И это настроение чистых гуру вайшнавов. Гуру Падпадма обычно говорил, я слушал харикатху Шрилы Прабхупады каждый день непрерывно, неважно, был дождь, ураган или еще что-то, я всегда слушал харикатху Шрилы Прабхупады любой ценой. Я приходил к нему. Обрести милость без служения невозможно. Понимаете, о чем я говорю? Без служения нельзя получить милость. Гуру и вайшнавов, это невозможно. У них есть глаза, они могут видеть. Гуру Падпадма, он с самого начала, ему была дана Вани Сева, это его главное служение было. Все время он писал статьи, составлял книги, редактировал. Там было несколько преданных: Гуру Падпадма, Госвами Махарадж, Бхакти Саранга Госвами Махарадж, Сатья Говинда Махарадж. Они все ушли из этого мира. Сударананда Видьявинод там был, он оставил Шрилу Прабхупаду, к сожалению. И вот Шрила Прабхупад, и нельзя было найти даже части секунды, когда Шрила Прабхупад не говорил что-то. Все, кто-то приходил встретиться с Шрилой Прабхупадой, или он просто диктовал какие-то статьи,
И вот они были всегда наготове с блокнотами и ручками, чтобы все записать. И вот они быстро записывали то, что говорил Шрила Прабхупада, и поэтому мы так много наследия Шрилы Прабхупады обрели благодаря им. Они были великими пандитами, они все записывали о том, что говорит Шрила Прабхупад. И вот в то время они всегда были заняты с Вани Севой, не было времени. Даже сейчас, смотрите, столько есть всякие компьютеры, телефоны и прочая электроника, мы не можем сделать то, что они делали лет 70-80 назад, как, например, Надия Пракаш, Вайшнавскую газету, они каждый день опубликовали, каждый день был новый выпуск. Они все это собирали, писали, печатали, размножали, распространяли. Итак, Гуру Падма, он занимался этим служением с утра до ночи. И таким образом всю жизнь Гуру Падма правил. Он занимался Вани Севой, и мне дал так. Он сказал мне, Шрила Прабхупада дал мне вот эту ручку, и с тех пор я пишу. Это служение происходит, и сейчас я не могу уже писать как следует. Моя рука трясется, но все же Шрила Прабхупада, Шрила Пури Госвами Махарадж писал. Даже вот он писал письма мне и другим. Но тяжело было понять, что он там пишет, поскольку рука его тряслась, когда он писал, но все же я чувствовал Бхаву, то чувство, с которого он писал это письмо. И потом, когда Гуру Падма оставил все и пришел, присоединился, он был очень с бедной семьи, не было никого, кто бы... Кто бы поддерживал семью, но все равно он оставил эту работу и присоединился к Гауди Матху. Принял прибежище у лотосных стоп Шрилы Прабхупады, чтобы служить непрерывно, и с тех пор он непрерывно служил Шрилы Прабхупаде, совершал Вани Севу. И потом, когда Шрила Прабхупад ушел, проблемы возникли. А почему это произошло, я не знаю. Может, Махамайя сделала так, или Йогамайя, поскольку если мы хотим обрести великое сокровище, мы должны встретиться с многими проблемами. Нельзя найти ни одного преданного, который достиг успеха, не встретившись ни с какими проблемами. Любые преданные, успешные преданные, Сидда Махатмы. Если изучить их жизнь, можно увидеть, как сколько трудностей и проблем приходит в их жизнь. Если вы служите Майя-деве, то никто не будет спорить с вами. А если вы служите Майе, все будут вас одобрять, помогать всячески. И возражать тоже никто не будет, если вы служите Майе, но когда вы занимаетесь апракритой севой, трансцендентным служением, то бесчисленные проблемы не придут в вашу жизнь. Все наше тело, ум, деньги, все
все связанное с нашим телом, мы все это должны предложить лотосным стопам Гуру Падпадме. И в этом случае это возможно обрести милость Гуру Падпадме. И он осознает, кто зрел, а кто может принять милость, кто нет. И вот Гуру Падпадма может запросто осознать это. Если вы лицемерны, они тоже, Гурудев тоже осознает это. Я в тот день сказал, что лицемерие, оно где-то двуличность, только Кришна имеет полное право быть двуличным. Только Кришна имеет на это полное право, никто иной. И те, кто служит Кришне, они тоже иногда так делают, если они видят, что у вас есть какие-то материальные желания и прочие какие-то посторонние желания, то они могут обмануть вас, как Гуру Кишора Баба. Кто-то приходил поклониться ему, и тот спрашивал, почему земля там продается, а рис почем? И вот он так говорил о каких-то материальных вещах, чтобы обмануть их. И этот же Гуру Кишора Дас Бабаджи Махарадж, когда Бхакти Прадип Чаритра Госвами Махарадж пришел, когда он был в предыдущем ашраме, его звали Джагадиш. И вот он пришел встретиться с Гуру Кишора Дас Бабаджи Махараджем, и вот он с Майпура, он приехал однажды с арбузом. Обычно Гуру Кишора Дас Бабаджи Махарадж ничего не принимал, Гурудев тоже ничего не принимал от других. За всю жизнь вы не сможете поверить, но всю жизнь он был настолько нишкинчен, настолько отречен. У него письмо даже есть на владение Радхаштами. Гурудев пытался что-то организовать, денег мало было, и вот он писал письмо какому-то преданному, что если займете 50 рупий, я вам впоследствии дам. В то время 50 рупий достаточно много было, как 10 тысяч сейчас. И вот он просил взаймы у какого-то преданного денег на Радхаштами, и также он после того, как Шрила Прабхупад ушел, Шрила Пури Госвами Махарадж ни с кем не спорил никогда, он, его характер был очень мягок, и что дальше делать, он в Чайтанья Матхе какое-то время жил. Но потом ушел и присоединился к Шиле Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджу. Тем временем ему пожертвовали храм в Калне. Какой-то этот землевладелец Бардамана крупный, он пожертвовал ему большой храм в Калне. И не было у него никаких помощников, он сам с утра до ночи все делал, начиная с утреннего арати, мытья полов, посуды, готовки и предложения, все остальное он делал один. И после этого он передал служение кому-то, поскольку Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж был там, в Калькутте. И вот он был, жил в Шри Чайтанья Гаудия Матхе 36 лет, занимался Вани Севой, и множество чудес случалось в его жизни. Я практически видел это все, могу несколько примеров показать. Однажды Гуру Падпадма
ночью спал, я лежал рядом. Гурудев обычно несколько раз просыпался, шел в туалет, из-за пожилого возраста я вот узнал все принципы чистоты от него, как мыться, то все, и все, как поддерживать чистоту. И вот Гурудев, когда ходил в туалет по-маленькому, он мылся наполовину, как минимум, рот полоскал, споласкивался весь. И у меня была возможность помещать лотосную стопу Гурудева к себе на грудь и вытирать его ноги полотенцем. Поскольку если ноги не вытереть как следует, особенно когда влажность высокая, то этот рингворм вот этот не лишает, ну что-то на лишай похоже от влажности, грибок может развиться. Поэтому нужно было тщательно вытирать ноги. И вот однажды Гурудев не мог спать, очень беспокоился. И тут я понял, что происходит. Что какой-то брахмачари непонятно чем занимался, непотребностями. Потом на Запад его пригласили, там в итоге пал он потом. И вот с утра Гурудев сказал, чтобы я позвал того брахмачари в 6 утра где-то. И вот тогда я понял, что... И вот он я позвал его, Гурудев сказал, и тот не мог смотреть на Гурудева, какую-то ошибку совершил. И Гурудев сказал очень мягко, но тот не смог посмотреть на Гурудева даже. И вот однажды Гурупад Падма позвал какого-то пуджари в храме. Имя не буду называть, потому что подумаешь, критикую, не столь важно. И вот Гурудев сказал позвать того пуджари, пуджари пришел. И Гурудев сказал, как ты служишь Гора Гададхару Гопинатху. Достойно ли ты служишь им или нет? Что случилось, ты достойно ли служишь им или нет? Говори точно. И как это возможно для тебя так много боли Гададхару причинять? Он чуть не упал, и Пуджари был шокирован, как Гурудев узнал. Поскольку Гурудев пришел к Гурудеву и сказал, что произошло, что твой севак менял одежду мне, и я чуть не упал в процессе, и он поймал меня. Вот Гурудев, этот Пуджари был очень удивлен, откуда Гурудев все узнал. И вот Гурудев сказал, что так бестолково ты служишь Гуру Гададхару. Ты знаешь Сачинандан. Как Сачимата, с какой любовью служила ему, а ты так безалаберно служишь. Много раз я видел Гурудев. Он причитал, как они могут служить. И Гурудев, он каждый день в каждом храме в Пуре, в Вриндаване, в Майяпуре. Я от Гурудева это узнал, поэтому я не могу забыть. Он в уме поклонялся всем божествам. Физически никто не видит, что я куда-то иду, но в уме я всегда там совершаю служение. Гурудев, он свидетель.
И вот я видел такое настроение Гурудева, и Гурудев говорил, как они могут служить в таком обусловленном состоянии. Я сам должен все делать, и Гурудев поклонялся в уме всем божествам во всех своих храмах. Однажды он позвал этого повара. Я в итоге вынужден был пойти на кухню, закрыть все окна, чтобы никто не смотрел, что, как готовить. Я начал готовить должным образом, чтобы никто не заходил во время готовки на кухню, ничего не нюхал, что там готовится, и не смотрел. Люди не могут поддерживать даже минимальной чистоты какой-то. Они думают, что это игра какая-то, но я от Гурудева узнал это, поэтому я всегда думаю, совершил ли я какую-то ошибку или нет. То есть на кухне нужно ходить в чистом виде, если были на улице, нас кто-то задел, то нужно принять омовение, постирать одежду, надеть свежую одежду, не касаться, естественно, оскверненной одежды. То есть нужно хотя бы такие правила чистоты поддерживать. И вот Гурудев, он позвал повара и сказал, как вы там готовите, что Гуранга не может есть. А почему? Гуранга, Джаганнат Ханичу, чили едят. Вы ели когда-то прасад в Джаганнат храме, много ли чили там было? Не было, а чё ж вы одни чили кладете? То есть те, кто готовили, не думали о Джаганнатхе, просто клали чили как можно больше. И вот проблема то, что преданные не думают, как Гуру Вайшнава и Бхагаван будут довольны ими. Если наша Вани Сева, если наши Сева недовольны Гуру Вайшнавы, то мы должны перестать говорить. Много случаев есть. Однажды утром Гурупад Падма, он плакал, говорит, что мое сердце горит. Что случилось? Что с кислотностью что-то или еще что-то, вроде ничего не ел, в чем проблема. Я с Гурудев, он ничего не отвечал, говорил, что просто мое сердце горит. И потом в 6 утра позвонили из Калькутского храма в Бихале. Там саньяси один сказал, я взял телефон, сказал, что срочно сообщил Гурудеву, что это голубый пуджари. Предлагал огонь прадив Господу и уронил лампаду и загорел одежда на Гирираджи, загорелась, и вот таким образом Гурудев, он чувствовал жжение. И потом я понял, что это не один случай, много таких случаев было. Однажды я был в глупом брахмачари, и вот я совершал служение, делал то и все, перемещался и в Калькутту, ездил и в другие места, Гурудев посылал меня. И вот мне послали в Шри Чайтанья Гаудия Мат, чтобы я там кто-то еще руки взял, и купил вот этим билеты преданным, дали список этих преданных, которым надо было купить билеты. Вот у меня и служение, которое мне давали, я все делал, надо было билеты купить, ехал, покупал билеты. Потом там билетов не было, сказали, через 10 часов только самолет есть, и вот я купил на эти
через 10 часов позвонил, сказал, что купили билет через 10 часов. Тут начали возмущаться, что вы сделали, сказали, на утренний самолет купили, вы на вечерний купили, давайте меняйте. А на утро билетов не было, только на вечер, в общем. Там часов через 5 всего самолет был. Ну там каким-то американцам надо было билеты купить. И очень меня отругали меня, что иди переделывай билеты опять. Вот пришлось ехать, упрашивать. В итоге сделали утренние билеты. Вот я поехал в Майяпур, отдал билеты этим американцам. Гурудев никогда не хотел учеников принимать. И потом последние годы жизни уже Гурудев начал принимать учеников, а до этого никогда не принимал. Он говорит, что я сам не ученик Шрилы Прабхупады, как я могу принимать учеников? И только последние где-то 10-15 лет он принимал учеников. Иначе... И вот, в общем, его просили, он согласился принимать учеников. И вот, но Гурудев провозгласил, что я не проверяю, кто чем занимается. Он дал указание этому... Ну, какому-то ученику своему, чтобы он проверял этих кандидатов на ученики, достойны они или нет. И вот так. И потом этот человек начал злоупотреблять, раздавать саньясы всем подряд и все остальное. И вот я, в общем, отдал им билеты. Они начали, пораньше выехали в аэропорт. И Гурупад Падма утром сказал мне, что думаю, что-то случилось с ними. А что могло случиться? Ну, что-то случится. И что же случилось? Тут позвонили, сказали, что тот американец своим братом в аварию попал, с грузовиком столкнулись, водители нас насмерть сразу убило, а все остальные, это в Кальяне случилось, все остальные в больницу попали с переломами. И вот, в общем, их потом в больницу перевели. Тут американцы богатые были, то это Рамдас Мама в аварию попал. И вот, в общем... В общем, начали лечить какую-то одну из лучших этих больниц. Но Гурудев не сказал, чтобы о них заботиться, что делать, приходилось заботиться. И один из его этих братьев Боги живет. Ну, в общем, это человек в каком-то пятизвездочном отеле остановился, неизвестно где, мне пришлось ходить искать его, в общем, нашел, и вот зашел в комнату, он предложил мне сок фруктовый, а я не знал, что я в отеле ничего не ем, даже воды. Ну, вот он предложил мне сок фруктовый, я сказал, что я не голоден, напился только что. А в этих в отелях я знаю, как готовят, и поэтому ничего принципиально не пью и не ем. И вот, в общем, этот попал в этот
в общем, в плачевное положение, очень в больнице долгое время лежал, пока его не вылечили. И вот таких случаев много случалось. Однажды в Гайшпуре он был, в Кальяне, там был большой храм. И там Гуру Махарадж, когда был маленьким, он жил в деревне в Джашуре, Ганганандапур. Деревня Ганганандапур назывался Джашур. Сейчас внутри Бангладеша, но в то время Индия была, не было разделения еще. Джашур был где-то в часе от Калькутты, очень рядом. И вот Гуру Махарадж, он был, ходил в тот храм Мадана Махана. Это была очень могущественная виграха. Вот Гурудев, он рассказал мне, что когда я был очень маленьким в моем доме, я вот ходил кланяться этому Мадан Махану. И там какая-то родственница Бхакти Вивек Бхарати Махараджа, она там была, я, он любил его, угощал прасадом всегда, а этот Мадана Махан, он разговаривал со своими преданными. И вот однажды Мадана Махан залез на пальмовую пальму, чтобы сока напиться, и тем временем хозяин пальмы пришел, Мадана Махан прыгнул и порезался, поцарапался. Откуда вы знаете? Гуру Махарадж сказал, что можете пойти к той виграхе, а вот посмотрите, вот там в том месте она порезалась, поцарапалась. И действительно так. Этот Мадан Махан, которому я клонился, он так делал, и Гуру Махарадж, он очень любил Мадан Махана, и когда вот у него было время, он ходил, служил как-то ему. И однажды Гуру Махарадж, он совершал арчану, закончил совершать арчану, и зимой, январь где-то был, или декабрь, холодно было. И вот Гурудев сказал, после арати я предложил подношение Господу, уложил спать Мадан Махана и пошел сам спать. Я чувствовал какую-то лихорадку, какой-то озноб, и Мадан Махан пришел во сне, сказал, что ты забыл меня укрыть одеялом. Я тут мерзну. И вот Гуру Махарадж, смотрите, его постель, она более чиста, чем что-то еще. Но, несмотря на это, Гурудев, он принял омовение полностью, поставил тилак, одел свежую одежду. Это был час ночи, причем он поклонился, попросил прощения у Господа, укрыл его одеялом. И вот вышел из алтарной, и сразу же эта лихорадка прошла. У него было единство с Верховным Господом, когда саду, он хранит лотосные стопы Джаганнатха Господа внутри своего сердца, то тогда, несомненно, он обретает единство Джаганнатха. Например, когда Харидас Такур был бит на 22 различных базарных площадях, вы знаете об этом. Кого-то если на одном рынке бьют, и то уже помирает. Там какие-то особые были эти плети для битья.
И вот Харидас-такур его били на 22 вазанных площадях, и Харидас-такур молился Господу, это естественно. И потом Махапрабху спросил. И вот тут сказал, как случилось, что... И вот Махапрабху спросил, как ты себя чувствовал, а Харидас сказал, что... что было не так больно. А Махапрабху сказал, смотри на мою спину. И Махапрабху показал свою спину, которая была вся в ударах, в следах от ударов плетьми. И таким образом, если какой-то возвышенный преданный, как Парамахамса Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, никто не может ни одного случая привести, когда он с кем-то спорил. И когда Шрила Прабхупад... И вот после ухода Шрила Прабхупада он не знал, куда идти. И вот кто-то обрел милость Чидарда Госвами Махараджа, кто-то Кешава Госвами Махараджа, кто-то присоединился к тому или иному. И вот Гурудев рассказывал, что даже кто-то его ударил, но все же он не спорил с ними, никогда не спорил с этими людьми. Посмотрите, насколько он терпелив. Он совершал ванисеву всю жизнь. Когда? Но в 1992 году преданные начали приходить, а перед этим Гурудев никогда не хотел принимать никаких учеников. И потом Гурудев, он получил храм в Миднапуре, и там Гурудев тоже совершал служение здесь, в Чагде, каждый год во время Снан-Ятры он совершал Абхишек. Большинство храмов и все божества установлены Шрилой Мадхава Госвами Махараджем, Шрилой Пури Госвами Махараджем, его приглашали на все церемонии установки божеств. И вот Девананда Годи Мат, все их божества практически установлены в Шраути Махараджа. Он в каком-то Джара-нагаре жил, где-то рядом с Тата-нагаром. Если нет саду, саду значит жизнь. Если нет жизни, кто придет? Саду – это живой Джаганат. Все могут прийти слушать Харикатху. Если саду ушел, то ситуация поменялась, кто придет тогда. И сейчас такая ситуация, к сожалению. И вот с самого начала, всю жизнь я видел, он, Парамахамса, после того, как Сиддхартха Госвами Махарадж ушел, много иностранцев приходило к нему, и до этого тоже приходило. Гурудев был достаточно в пожилом возрасте, а после того, как Сиддхартха Госвами Махарадж ушел, еще больше начали приходить. Тысячи людей приходили к Гурудеву. И вот он сказал мне, что
Какой-то астролог сказал, что твой Гурудев будет жить еще лет. Еще достаточно долго, потом какой-то случай случился, Гурудев сказал, что мне остается еще делать. Я не понял, что происходит, только захватили постачари, и Гурудев сказал, что толку оставаться мне, посмотрите на эту ситуацию. И потом он явил лилу болезни. И ушел. Но всю жизнь он совершал служение. И особо Гурупад Падма сказал, когда Шрила Прабхупад он являл лилу болезни. Когда Шрила Прабхупад был в Пури, в Чатакпарвате. В этом Чатакпарват Гаудимадхе. И там Шрила Прабхупад был Шрила Кешава Госвами Махарадж, Винода, они все были там. И там Шрила Прабхупад явил лилу болезни. И потом Гурупад Падма. Они все пришли в Триданди Мат в Бхуванешваре. И там Шрила Прабхупад шутил с Пранавананда Брамачари. Его имя было Пранавананда, когда он был Брамачари, и вот Пранавананда, он говорил, Пранавананда должен принять саньяс, он достоин, но он так любит свою мать, и действительно, он, никого у него не осталось, одна мать, и Шрила Прабхупад смеялся и говорил, Пранавананда должен принять саньясу, он достоин, но так сильно любит свою мать. И что же делать? И вот Гурудев говорил и смеялся, и в то время Шрила Прабхупад думал, как дать ему саньясу, когда. И Гурудев сказал, Шрила Прабхупад вернулся из Бхуванешвара и пошутил так, и потом в Бхуванешваре пошутил, и вернулись в Калькутский Гаудиамадх. Бхак-базара, и там Шрила Прабхупад явил лилу болезни. Доктор сказал, чтобы Шрила Прабхупад ни с кем не говорил, что его ситуация очень тяжела. Вот даже этот кислородный баллон ему поставили, и там был Пранавананда Брамачари, Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджи и Парамананда Прабху, который и вот они двое, была смена у них 12-часовая. Я тоже совершал такое служение. Вы. И вот я и вот 12 часов один держал дежурство, второй тоже 12 часов. И вот потом. А потом еще после этого 12-часового служения нужно было в Агру ехать, что-то там сделать, вернуться там, в это время, отдохнуть, поспать, поесть. И опять 12-часовая смена была. И вот Гурудев говорил, Шрила Прабхупад был лилу болезни и являл. И мы думали, если Прабхупад уйдет, что случится? И вот 12 часов Гурудев дежурил, и Парамананда Прабху тоже 12 часов Гурудев. Вот с 4 до 4 они дежурили. И после этого Шрила Гурудев сказал, вот я совершал свое служение, и однажды Пранавананды не было, случайно я был там вечером, зимой это было. И в то время Гурупад Падма сказал, я зашел в комнату Шрилы Прабхупады, и там
счастью, никого не было. Шрила Прабхупад полулежал в своем там кресле. И его ноги были так протянуты, и он размышлял о чем-то. Гурупад Падма сказал постепенно: я поклонился Гурудеву, сел рядом его лотосных стоп. Я взял их, его лотосные стопы, и поместил к себе на грудь. И тогда Шрила Прабхупад открыл глаза, кто? О, Пранава Ананда. Гурудев сказал: когда я прикоснулся грудью к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, и Шрила Прабхупад открыл глаза и спросил, кто? Пранава Ананда. И Гурудев сказал: за всю свою жизнь я не могу забыть его голос. С огромной любовью, с огромной милостью я никогда за всю свою жизнь я не мог забыть его голоса. С какой милостью, с какой любовью он посмотрел на меня. Шрила Прабхупад посмотрел на меня глазами полными милости. Я никогда не видел такой милости. Я приложил его лотосные стопы к своей груди. Гурудев говорит: я был очень удачлив. Никогда никто не мог получить эту возможность поместить лотосные стопы Шрилы Прабхупады к себе на грудь. И вот он плакал и говорил: кто был Шрила Прабхупад, я не могу объяснить. Я не могу объяснить личность Шрилы Прабхупады. Мы должны получить такой прямой опыт. А как? Мы должны совершать баджан, и тогда мы увидим Шрилу Прабхупаду. Мы можем получить его милость. Я не могу объяснить, кто такой Прабхупад. Это невозможно. И вот через какое-то время Шрила Прабхупад опять явил лилу болезни. И Гурудев сказал: в 4 утра, где-то в 3:34 я оставил свое дежурство, передал его Параманан Ананде. И вот я наступил, только вышел из комнаты Шрилы Прабхупады, очень тихо. И мои ноги были очень тяжелые, я не мог быстро идти. И вот я только вышел из комнаты Шрилы Прабхупады. И вот я думал, если Шрила Прабхупад уйдет, что мы будем делать? Гуру Махарадж плакал и говорил тем временем: Парамананда, позвал Пранавананда, иди сюда быстрее. Что случилось? Я думаю, Шрила Прабхупад ушел. Что? Гурудев упал без чувств. Шрила Прабхупад ушел, действительно, он ушел в Нишанта Лили, в Радхарани. Он изошел из Радхарани, он вернулся. А мы обманщики, мы не смогли служить Шриле Прабхупаде должным образом. Если бы мы смогли служить Шриле Прабхупаде, то тогда мы получили бы ответ. Если мы будем служить совершенным образом, мы получим ответ. То, как Шрила Прабхупад, какой урок он дал нам, мы не можем забыть. Настолько велика его чистота, его идеализм, его совершенство. Мы хотим жить, как попало. Но так или иначе, я очень слаб, я не могу следовать Шриле Прабхупаде, но, по крайней мере, находясь на Вьясасане, я пытаюсь делать все, что могу. Шрила Гурудев сказал, что я должен должным образом следовать Шриле Прабхупаде. Кто может следовать Шриле Прабхупаде? Я не могу. Но я пытаюсь сделать что-то, сказать что-то о его славе. И тогда Гурудев сказал: о, Баба, и случилось чудо. Когда Шрила Прабхупад ушел, все эти часы во всем храме, они остановились на одном времени, ни одни часы не шли. Эти все наручные часы, настольные, настенные. Гурудев сказал: все
остановилась. Шрила Прабхупад ушел. Не помню, в 4 с чем-то утра, и все эти часы они остановились. И такое чудо случилось. Все, что были, они все остановились на том времени, когда он ушел. По милости Гурупад Падме, когда он дал мне указание написать что-то, я не мог написать жизнеописание Гурудева, поскольку все дневники его в Америку увезли. У нас ничего не осталось, никаких свидетельств Шрила Тиртха Госвами Махарадж, его жизнеописание тоже не осталось каких-то документов, но то, что я услышал от старших, я об этом написал. Но в итоге я был вынужден сделать это, поскольку есть Гуру Крипа, кто может остановить это. И вот я говорил с Гурудевом, и Гурудев рассказывал что-то, но и Гурудев говорил, что мне сейчас же сто лет. Не помню все, но все же я что-то расскажу тебе. И поэтому я название книги дал Амаркичу Катха. Какие-то мои высказывания, потому что все не смог найти, многое потеряно, но то, что я услышал от Гурудева, я все это записал, это также переведено было на английском, перевели, но половину, сказали, места не было. Ну, в общем, какую-то часть опубликовали из-за... Ну, Махараджа, книгу в конце опубликовали, поэтому половина не влезла с их слов. И вот тем временем на различные языки это было переведено. Я также помогал одному Авадхут Махараджу, не знаю, что случилось с ним, испанский переводил. И таким образом день и ночь я занимался служением, и Гуру Махарадж, его столетие было отметили. И вот на столетии своего явления Гурудев сидел как-то... Очень смиренно склоня голову и думал, зачем же мне поклоняются, кто я. И вот он всегда чувствовал такое смирение. И последний раз я был во Вриндаване, когда с Гурупад Падмой. Гурудев говорил, что я во Вриндаван еду, ты вот возьми вот ту книгу, эту книгу, положи ее. И вот я собрал все книги, которые он сказал. Потом Гурудев спросил, как я поеду в Вриндаван. На чем? А как вы поедете? Все организует вам самолет, на самолет билет купит. А Гурудев говорил, денег у меня нет, как я поеду, как ребенок. И сказал по этому. И вот Гурудев потом в аэропорт поехали. Гурудев сказал, что я не вернусь.
по какой причине, но он и не вернулся. И вот 4:30 выезжали, поклонились божествам. И вот Гурудев лег, мы 100 стопы были. Гурудев был пожилой достаточно, вот положили, его стопы были на мне, голова на каком-то у какого-то саньяси на коленях. И вот мы приехали в аэропорт, там дали нам VIP-комнату. И вот Гурудев кашлял. И там Гурудев начал говорить что-то, что я никогда не смогу забыть. Все ходили. Гурудев говорил о майе, я был очень удивлен. И вот его здоровье было не столь хорошо, но он говорил харикатху о майе, как сделать так, чтобы майя никогда не влияла на нас. И вот Гурудев сказал, сейчас поезд твоет, ты что, не едешь? Я говорю, у меня билета нет. И Гурудев сказал, ну, за тебя ехать. И вот, в общем, Махарадж дали денег, он купил билет, поехал в Дели. И с начала до конца во Вриндаван доехали в 2 часа ночи тем временем. Гурудев воды не пил даже. Говорит, нет, я в храм сначала приеду, Далджи поклонюсь, мачу, что тут гайты не повторял. Даже в пожилом возрасте, смотрите, выехали они в 4:30. А приехали в 2 часа ночи только, все ели. В 4:30 утра выехали причем. Сутки сколько? 22 часа ехали. Но Гуру Махарадж И вот даже в этом возрасте он в поездке ничего не пил, хотя ехали сутки целые. И после этого Гуру Махарадж, И вот вы переехали во Вриндаван. Во Вриндаване, как всегда, очень жарко было. Доктор решил, что нельзя-то находиться вам. В этом возрасте хорошо, если в Пури поедете. Пури – хорошее место, там океан, морской воздух, и что так, ну, хорошо, поедем в Пури. И вот поехали в Пури, и вот Гуру Махарадж там в тот же год, в Раса Пурнима, Гуру Махарадж, он дал мне эту... Этот Бабаджи Веш, я чувствовал, как Гуру Падма, он шутил со мной. Я не знаю почему. Может, я глуп, поэтому и потом Гуру Махарадж дал мне эту там Нилачала Кшетру. Это наивысшая випраламбха кшетра, кшетра разлуки. Гурудев дал, только я был только один с ним наедине, он дал мне этот Бабаджи Веш. В предыдущий день мы много говорили с ним, потом он меня вечером позвал. Я беспокоился, что хочет дать мне Гурудев, и после этого я вечером пошел повторять харинам, всю ночь повторял харинам, потом утром пошел на рать, и Гурудев сказал, что я всю ночь не спала. Почему? Я смотрел на твое будущее. Действительно, в то время храм Джаганнатха был очень ясновиден. Сейчас там понастроили всяких отелей. А в то время с крыши Гопинат Гаудиматха можно было видеть как храм Джаганнатха, так и океан. И вот утром Гуру Махарадж сказал, что я не спал всю ночь. Что случилось? Я смотрел на твое будущее, на твою жизнь, да. Я смотрел, что ты можешь делать в будущем.
с такой огромной любовью он относился ко мне. Я никогда не смогу забыть его. Я чувствую, я виноват, поскольку я не мог совершать совершенного служения. И что же делать сейчас? Сейчас он ушел, но все же он в том вечном мире и на следующий день. Гуру Махарадж дал мне Бабаджи Веш, объяснил, что все значит, дал все мантры, все объяснил. И после этого пошутил со мной, что можешь переодеться здесь, принять вот эту новую одежду Бабаджи Веш, и объяснил значение Каупина. Каупина значит гопи. Я засмеялся, где гопи, а где я. И я попросил разрешения Гурдева жить во Вриндаване и еще где-то, и поэтому я смог жить во Вриндаване, иначе невозможно жить во Вриндаване. В итоге я приехал сюда, Гурдев оставил свое тело, я не буду об этом говорить, это буду говорить на день его ухода, и таким образом всю жизнь Гурдев, он учил меня, как редактировать статьи, как делать то или иное. Я какие-то ошибки совершал, Гурдев меня исправлял, говорил, как что делать. И вот я вспомнил все. Я не мог обрести столько любви от моего отца и матери, ни от кого. Никого нет в этом мире, от кого я обрел столько любви, как от Гурдева. Он был настолько любящ, настолько милостив, я не знаю, как я могу отплатить ему за его заботу. Я не мог служить ему должным образом. И потом, когда Гурдев ушел, я с читанием матха собрал его статьи, перепечатал все, опубликовал опять и составил Бхакти Прамод Вани Вайбав. И вот та шлока, с которой начал, все спутники Гуранги Махапрабху не явились в этом материальном мире. И наш язык подобен этой пустыне, безводной пустыне, и мы молимся Шри Чайтанья Махапрабху и Гуру Варги, чтобы вся раса, мы могли совершать Харибаджан Бхакти Расу, и мы смогли воспевать славу Гуру Варги все время. Tadeva sokarna vasosanam ninam jagurtam sokajaso angiyate pancha kalpataro sukita pachitanam bhavam vishnam yung Kalindima, yen, I am very sorry. I couldn't arrange properly because I know the mood of Guru Maharaj. Guru Maharaj in old age repeatedly asking prasadam. You can cook properly so that devotee can take nicely. Even one devotee cannot go without prasadam. I hear old age. Baba, one devotee, even one dog coming, should take prasadam. Be careful. And it should be very nice. Гурдев говорил, что нужно кормить всех преданных просадом, чтобы никто обиженный не уходил, чтобы всем все досталось, даже собаке какой-нибудь, которая пришла. You can all take at the time, eh? I couldn't invite everybody because how to invite this condition? Huh? Uh-huh. You have done, I never wanted to put some pressure on you about what to do. No other way. So I can sit in chair here.
be sure I took little of prasadam from, because you can say you are not taking. I took. You ask him with a light chapati before after Hari Katha. I come little, because you cannot say you don't. So I can sit in one chair and I Puspanjali, you keep it, but actually Puspanjali gone, morning time gone, but still I can put something there. Okay, I give already on behalf of you all, so you can see, because it will take time. Ah, okay.